Привет, дорогие друзья! Если кто заметил, то у нас появилась такая кнопочка. Она находится слева от кнопочки «Подписаться». Называется «Спонсорство». Что это за спонсорская такая кнопочка? Она на самом деле является такой помощью для блогеров. То есть для чего нужны спонсоры? Но прежде всего они нужны для того, чтобы канал развивался в нужном направлении. Потому что мы знаем, что есть определенные затраты. И это затраты, связанные и с оборудованием, и с озвучкой. Может быть, кто-то хочет нанять человека, который будет профессионально монтировать видео. Это все происходит со временем. Если вы нажмете кнопочку спонсорства, то вы увидите три такие возможности помочь каналу. Первый – это начальный уровень, средний и высший уровень. И в зависимости от того, на что вы нажмете, в любом случае мы будем очень рады, потому что благодаря этому мы сможем развиваться дальше. Вам будут доступны определенные значки, и кроме того, вы будете иметь преимущество первым получать уведомления о том, какие ролики выходят. И также мы будем вместе общаться. Но самое главное, я считаю, будет возможность отрекламировать также ваши каналы, потому что мы будем выписывать всех спонсоров под каждым роликом, кто является спонсором. Кроме того, будем давать ссылки на ваши каналы. Поэтому, если у кого есть желание поддержать нас, то вы можете стать спонсором нашего канала. Мы очень благодарны вам вместе с Петруней, то, что вы смотрите наши ролики. До встречи, друзья!